Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц в бюджет соответствующего уровня. Полученные средства тратятся на благоустройство и социальную сферу. Состояние дорог, развитие образования, медицины, культуры – все это напрямую зависит от того, насколько вовремя и в полном объеме граждане выполняют свои обязательства перед государством и платят налоги. К сожалению, не все жители Славянского района вовремя и в срок платят налоги. Чтобы вразумить недобросовестных граждан, сотрудникам налоговой инспекции совместно с судебными приставами приходится выезжать к ним на дом. В ходе одного из последних таких рейдов были проверены адреса 8 злостных неплательщиков. Их общая сумма задолженности составляет порядка 1 миллиона рублей. В ходе рейда произведен арест имущества двух должников. Теперь у них есть 10 суток, чтобы погасить задолженность. В противном случае имущество будет продано, а вырученные средства направят на погашение долга. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем. Только за первое полугодие их было организовано 14. Благодаря проделанной работе удалось вернуть более 1 миллиона рублей. Межрайонная налоговая инспекция еще раз обращает внимание жителей и предпринимателей на необходимость своевременно оплачивать налоги. Просрочка налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу. Проверить налоговую задолженность можно на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в личном кабинете налогоплательщика. Заплатить налоги можно и не выходя из дома. На сайте www.nalog.ru создана электронная услуга «Заплати налоги», позволяющая всем налогоплательщикам формировать платежные документы и осуществлять их оплату в режиме онлайн. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».